Так, ну что, поехали. Так, мне нужно, сделать 10 комбо. Ну ладно. Блин, а в смысле 10 комбо? Так, 5 осталось. Ох, врезались. Так, два. Да ё-моё, это надо типа 10 комбо сделать и не разбиться. Ладно. Нифига, я не успею. Переиграем. Так, пока 8. Черт. Так, нет, мне надо менять тачку. Блин. Слишком сложно. Да почему же назад мне все это вернули? Самый быстрый и прокачанный. Скорость под 400 километров. Здрасте, мордасти, как мы так врезались-то? Ё-моё, где ж ты? Откуда ты взялся? Будем прокачивать тогда себе. Будем просто кататься и прокачивать себе опыт. Погнали. Опа, 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 опасно. Опасненько, конечно, было. Так, 14 секунд остается. Ё-моё, надо успеть. Сейчас разгонимся. Есть, успели, хорошо. Скорость большая у меня. Вот и разбились, ё-моё. 40 секундочек остается.
до 100 километров вообще за секунду разгоняется. Так, ну и последняя осталась у меня. Финишная полоса. Тихо. Надеюсь, успеем. Сколько там? 17 секунд. Да, успеем. Если я все не буду потормаживать. Есть. Да. Проехали мы. Так, вечер у нас, да? Получается односторонка. Так, а что нам... Ага, все вижу. Угу. Такой мощный, таким мощным. Блин. Очень быстрый, очень мощный у меня мотоцикл. Так, теперь днем едем, да? Это у меня самый... Нет, это мне... Надо посмотреть, это самый прокачанный или нет. Мотоцикл у меня, не помню. Вроде бы самый прокачанный. Да, по 300 километров в час, конечно. Это самый прокачанный мотоцикл у меня. Опа. Бывает. Секунд 8. Блин, с самым прокачанным мотоциклом тут еще фиг выиграешь. Блин, да когда там финиш-то уже, алло? Бывает. Есть, успели. Ничего себе. Понятно. Что ж тогда, когда самый прокачанный будет у меня мотоцикл. Так, 6 километров проехать надо, да? О, как, почему я не увидел КамАЗ? Мега скорость, мега, очень быстро. А вот затормозить я не успел. Можно будет прокачать тормоза.
Да, проехали.